делается для того, чтобы дети видели, как это трудоемко, и видели результат конкретно. Наверное, вот в этом направлении мы и трудимся. Инициатива с экономическим уклоном. Педагог не на корень, а занятие кролиководством и воспитание у детей любви к труду. У нас как-то все сплоченно, мы все делаем вместе. У нас, можно сказать, что каждый день выходной. Когда работа в радость, Татьяна Симонова о жизни в маленькой деревне и заработке на личном подсобном хозяйстве. Мы находимся возле нашего бренда, нашей деревни Микулова Млына. Сберечь свою малую родину под силу каждому. Анна Дашук о возрождении села.